Вот по этой просеке я проходил осенью. Вот сейчас смотрите, что здесь происходит зимой. Я думаю, что все-таки дорога стала почище. Кое-какие ветки обломали. Вот. Так что ребят, там лоси не встречали? Нет. Где-то тут был. Побежал, да, туда? Да, ну, бегает черти где. Там закончится брелом-то этот. А вот он все уже закончился. Да-да. Ну вы прошли нормально? Нет, там плохо. Ну, ну вот 200 метров я осенью шел, прошел. Но вот постараюсь сейчас пройти. А? Но это был же здесь такой ураган мощный. Вот там вот и повал-то огромный. На большой площади. Ну это где-то я не помню, но в августе что ли, вот так вот. Большой повал был. Так, ну лося ребята не нашли. А вот это я все снимал. Метров 200 мне. Да. Так, видите, здесь уже пообтесано. Опа! Пролез и пошел дальше. Я знаю, что там будет достаточно плотная такая. Плотный лесоповал. Ну, смотрите, во. О, и вот вам одинокая сосна, которая все-таки устояла. Вон она какая. Смотрите, устояла. Вон она какая. Так, ну что, раз они прошли, значит, и я пройду. Опа! А вот и батарейка. Кстати говоря, в прошлый раз ровно на этом месте у меня закончилась батарея, но сегодня у меня есть другая, запасная. Поэтому я сейчас вот перелезу здесь, а дальше пойду с запасной.